Всем добрый день. Я, собственно, один из разработчиков бортовой операционной системы JTOS, и в своем докладе хотел бы рассказать, как мы, собственно, пришли к тому, что мы можем использовать санитайзеры LLVM в нашей прототипе нашей операционной системы, какими сложностями мы столкнулись при, собственно, их реализации, что мы получили и, соответственно, что хотели бы сделать в дальнейшем, возможно, уже с вашей помощью. Так, что такое операционная система JTOS? Собственно, это бортовая операционная система, реализующая главным образом среду исполнения Application Executive, то есть это ARINC-653, первая, ну, и третья части данного стандарта. Мы вынуждены как бы поддерживать, кроме этого, большое количество других прикладных API, то есть это в том числе OpenGL-C, это некоторое конфигурируемое подмножество библиотеки там libc, также ADA, ну, в ограниченном виде embedded C++, то есть достаточно серьезный объем кода. Вот на слайде указано 40 тысяч строк, но это конкретно, грубо говоря, там ядро и базовая часть там исполнения операционной системы. Все остальное в это не входит. Среда кроссплатформенная, то есть мы поддерживаем множество 32-битных архитектур, главным образом это PowerPC, но также есть ARM, MIPS, x86 и в планах поддержка 64-битных архитектур. Итак, соответственно, ну, в идеале мы хотели бы исправить все, причем вчера. Но так как мы реалисты, то своей задачей мы в первую очередь ставим нахождение наиболее критичных ошибок в ранних этапах, так как их дальнейшее исправление стоит существенно дороже. И нам как бы требуется упростить процесс, соответственно, обнаружения этих ошибок и их отладки с той целью, что в случае, например, некоторой последовательности повреждений памяти ошибка может либо, ну, видимые последствия от этой ошибки, прошу меня извинить, от этой ошибки либо могут не проявиться вовсе, либо проявиться не там, что затруднит и усложнит, соответственно, дальнейшую проработку. Соответственно, что такое санитайзер LLVM? То есть вообще, кто не в курсе и не сталкивался с LLVM, это, по сути, аналог GNU Compiler Collection, то есть это переиспользованный набор компонентов для работы с программным кодом, от компиляции, там, трансляции, компоновки, сборки, до там, каких-то преобразований в области статического и динамического анализа. Инструменты, соответственно, LLVM, это ранее был проект Google Sanitizers, который впоследствии был интегрирован в LLVM, и они представляют набор дополняющих друг друга чекеров, то есть там Address Sanitizer, это, например, инструмент быстрого поиска ошибок при работе с памятью, то есть некорректные адреса и так далее. Там. Memory — это проблемы инициализации памяти, efficiency — неэффективные конструкции, ну и так далее. Там, например, Thread — это ошибки в многопоточных программах. Соответственно, когда мы сказали, что мы хотим использовать данные инструменты, мы относительно не были уж совсем непредвзятыми. То есть в операционной системе уже была поддержка GNU Compiler Collection, то есть при использовании LLVM нам бы не пришлось переписывать практически ничего ни из самой операционной системы, ни даже системы сборки, то есть ну, даже ассемблерный, собственно, язык, он совместим, как бы, и это играло свою роль. Плюс у нас на тот момент уже развивалась набор, собственно, тестовой базы, которую было достаточно заманчиво просто взять и использовать в качестве обнаружения новых ошибок как бы относительно бесплатно. Тем не менее, мы постарались все-таки формализировать, ну, в какой-то степени, что мы хотим, то есть это обнаружение как бы ошибок скрытых и, соответственно, снижение усилий при отладке, и посмотрели в сторону аналогов. В случае с аналогами мы пришли, к сожалению, к выводу, что аналогичных инструментов такого класса практически нет. То есть коммерческие решения, они чаще всего ориентированы на какую-то конкретную платформу, и их адаптация дорога, либо в случае, если нам нужно, соответственно, связываться с компанией разработчика, это не перспективно на данном этапе, либо она дорога просто путем как бы затраты наших ресурсов.
Другая проблема – это узкий функционал, то есть в случае с LLVM каждый инструмент, он в какой-то степени дополняет предыдущий, и реализация, она, соответственно, становится проще. В случае с инструментами на рынке, чаще всего они ориентированы на какую-то одну конкретную проблему, то есть это либо поиск ошибок там, с памятью, либо какая-нибудь там численная арифметика и так далее. В случае с открытыми продуктами ситуация лучше. Одним из, наверное, наиболее известных и популярных инструментов динамического инструментирования в Linux является Valgrind, но Valgrind, он очень сильно завязан на инфраструктуру Linux и POSIX, которых у нас нет. А другой перспективный инструмент — это DynamoRio, вот, Dr. Memory. Он интересен, но, к сожалению, сейчас еще даже не поддерживает PowerPC, и нам он просто не подходил за счет проблем совместимости. Соответственно, мы решили сфокусироваться на портировании основных инструментов, то есть это Address Sanitizer, Memory Sanitizer и Undefined Behavior Sanitizer в первую очередь. И, собственно, что из этого вышло? То есть из чего состоит санитайзер? То есть первая эта часть — это поддержка кодогенерации. Она встроена в сам как бы компилятор LLVM и не зависит от целевой архитектуры практически. Так как авионика работает на достаточно мощном оборудовании, нам в целом не пришлось даже вносить каких-либо изменений в те инструменты, которые работают с теневой памятью, так как памяти просто хватало. Однако я могу сразу отметить, что такие работы есть, и если кого интересует, добро пожаловать в кулуары. Второй момент – это поддержка среды собственного исполнения. Здесь как бы есть три пути. Первый путь – это использовать среду исполнения, которая идет в комплекте с компилятором LLVM, то есть адаптировать ее под свой продукт. Она модульная, и в целом это решаемая задача, то есть там посредством, грубо говоря, нескольких файлов это реализуемо. Второй путь – это адаптация сторонних реализаций. Здесь есть место, где развернуться. Например, недавно NetBSD open-sourcenул достаточно портабельную реализацию runtime undefined behavior sanitizer. Ну или разработка собственной. К сожалению, здесь как бы однозначного совета нет, но из нашей практики я могу сказать, что для юзерспейсной части портирования какой-либо из существующих рантайм сред, оно достаточно работоспособно. В случае с ядром проще сразу писать свое, потому что очень много специфики. Проблемы адаптации. То есть, ну, как ни странно, самая первая, пускай даже и банальная проблема, которая возникла, это то, что при использовании конкретного таргета под платформу, в случае, если LLVM не знает реализации рантайма для этой платформы, он просто может не дать генерировать код санитайзера, хотя на самом деле они совместимы. Здесь мы как бы засубмитили патчи, их приняли, и эта проблема была решена, она вас не коснется. Другая проблема – это необходимость, собственно, обеспечения работы компонента в процессе инициализации. То есть компонент, среда исполнения санитайзера не в курсе того, что она готова работать, и код будет просто вызывать те или иные функции и обращаться к тем или иным переменам. Соответственно, отсутствие интерфейсной поддержки, то есть встраиваемые системы, это не системы общего назначения, где доступны полные поддержки тех или иных языковых сред. Потребление памяти и снижение производительности, что особенно критично в случае операционных систем реального времени. То есть, ну и также, соответственно, внутренние аннотации, адаптация инфраструктуры. Перейдем к более конкретным примерам. В случае с инициализацией нужно быть, собственно, готовым к тому, что часть программного кода, и которая работает в процессе инициализации инструмента, нужно отделять от той части, которая будет непосредственно инструментироваться. Казалось бы, у инструментов есть понятие черного списка, который позволяет добавлять исключения в инструментированный процесс. Однако в случае с инициализацией данный черный список не работает. То есть вам придется обеспечить поддержку глобальных конструкторов, если у вас их нет, обеспечить раздельную компиляцию части библиотеки там, Libc, например. То есть это, ну, если вы пишете свою собственную среду исполнения, то этого может не потребоваться. То есть обеспечить передачу информации о раскладке памяти, то есть это размеры потребляемой памяти в случае там, санитайзеров, которые работают с shadow памятью, гранулярность, размещение стеков, размещение сегментов, нахождение тех или иных блоков памяти. То есть также это аннотация всех ассемблерных конструкций, потому что аннотировать ассемблерные конструкции инструмент не умеет.
И ну, в случае как бы, переиспользования тех или иных сред, это в различные как бы, функции, типа там, стандартной библиотеки C, там, thread local storage и так далее. Насчет накладных расходов по реальному времени. Они есть, то есть, и на этом на самом деле можно было закончить их упоминание. В описании инструментов сказано, что накладные расходы там, ну, в среднем 2 или там, 3 раза. То есть, да, мы это подтверждаем со своей стороны, но как разработчики операционных систем реального времени мы вот можем сказать, что они неравномерны, они зависят от флагов оптимизации, и в результате нам пришлось просто ну, банально игнорировать все как бы, принципы ну, реалтаймовости. Мы подстраивали, глобально замедляли тайм-ауты, где это необходимо, мы их просто корректировали вручную и фокусировались на том, что у нас неизменный код-пат, то есть ну, путь исполнения, control flow graph, на случай как бы, инструмент без инструментирования и с инструментированием. То есть это такой хак, но он как бы работает и позволяет использовать инструмент эффективно. Потребление памяти, то есть здесь как бы немного статистики, размер увеличивается, то есть в случае с программным кодом это где-то от 50 до 100%, то есть растет потребление стека порядка в 2 раз, если используется fake стек, то там зависит от того, с какими параметрами вы его конфигурируете. Плюс теневая память, вот в случае с теневой памятью, нужно учитывать, что формула вычисления адреса она по умолчанию фиксирована, и если вы ее не изменяете, то вам очень поможет группировка блоков памяти близко друг к другу. Тем не менее, это не так неприятно, как проблема в том, что при инициализации инструмента, инструмент должен получать информацию о всей памяти, которая будет в дальнейшем использоваться в процессе. Так как раскладка памяти статическая, то здесь приходится идти на ухищрение, и если вот в случае как бы, общих операционных систем, то есть там можно какие-то вещи как бы, захардкодить, прошу меня простить за жаргон, то в нашем случае это переработка всей системы инфраструктуры раскладки памяти, и инструмент либо получает какую-то информацию там, через syscall, либо они могут быть сохранены в какой-то определенный фиксированный там, адрес, где будут эти данные храниться, либо он может идти через какие-то общие интерфейсы. Но в данном случае вам придется эти интерфейсы обеспечивать работоспособными на момент инициализации инструмента, что достаточно не всегда удобно и не всегда эффективно с точки зрения дальнейшей работы инструмента. Насчет вот последнего, здесь возможен некоторый лайфхак, так как мы контролируем всю работу операционной системы, то для себя мы неожиданно обнаружили, что мы можем использовать инструмент не только как средство поиска ошибок там, в куче или при обращении там, к переменным на стеке, но в принципе инструментировать всю и контролировать всю память объекта, то есть банальные как бы, ошибки, которые даже не относятся к тем, которые ищут инструмент, они могут быть обнаружены. То есть такая особенность она очень нас порадовала. Когда я сказал, что нужно аннотировать ассемблерные конструкции, мы поняли, что здесь мы можем пойти дальше. И так как у нас формируются требования на те или иные функции, мы из этих, собственно, требований можем писать дополнительные аннотации к инструменту. То есть там это проверка, грубо говоря, границ корректности памяти, то есть проверка статуса инициализации той или иной переменной. И, собственно, из-за того, что никто нам не позволил бы изменять код боевой операционной системы, мы опять же вынуждены были разработать свои способы превосхождения как бы, этой проблемы. То есть в случае генерации кода на шаблонах, соответственно, модифицировался шаблонизатор. В случае с проксированием части функций, на операционных системах общего назначения это делается с помощью динамического линковщика, то есть это технологии типа GNU-iFunc. В операционных системах реального времени с особыми требованиями безопасности, естественно, такое мы реализовать не можем. И вынуждены пользоваться либо врапингом функций в статическом линковщике, либо препроцессировать по определенным правилам те или иные исходные коды. В особых плохих случаях, когда не хватает даже написания конкретной прокси на функцию и требуется аннотировать какие-то конкретные конструкции, но это точки привязки, то есть создается дополнительный препроцессор, который на основе тех или иных последовательностей добавляет соответствующие аннотации в код. Что мы нашли?
Собственно, нашли мы крайне немного. Вот даже те ошибки, которые здесь вот сказаны количественно, это чаще всего ошибки, ну, которые относились к, естественно, не боевому коду, то есть который просто был на стадии прототипа и как бы, ну, не являлся критичным звеном и не мог попасть в боевой код. Тем не менее, да, это ошибки повреждения памяти. Нам удалось найти достаточно интересную ошибку с некорректным выравниванием стека, которая была в ассемблерном коде, но при этом позволила инструменту увидеть дальше и, соответственно, нам ее исправить. И, собственно, оно работает. Другой, наверное, еще не менее важной возможностью было для нас то, что мы увидели множество инфраструктурных проблем, которые у нас были. То есть, когда увеличилось потребление памяти, мы увидели, что у нас есть много проблем, собственно, в раскладке, и операционная система не готова работать под такой нагрузкой. Соответственно, мы это исправляли. Также, ну, были ошибки в множестве тестов, которые в тот момент как бы допиливались, доводились до ума, и в том числе несколько ошибок, когда тесты не успевали за изменениями в спецификации, в том числе Ring 63. Какие наши дальнейшие планы? Ну, понятно, что в своем случае мы будем как бы дорабатывать и улучшать работу инструмента. Хотим заняться фазингом с привлечением же, собственно, этих инструментов, потому что, ну, как бы это чаще всего применяется в программном обеспечении общего назначения. И в том числе внести даже некоторые улучшения в сам инструмент. Вот некоторые to-do. То есть это вот, например, была проблема, то, что инструмент, ручные аннотации инструмента не готовы извлекать информацию о выравниваниях структур из исходного кода, в результате усложняя тем самым аннотации, хотя как бы они есть. Или там, например, проверки обращения к MMIO памяти, которые как бы, ну, мы считаем достаточно актуальными по данному вопросу. Если хотите нам помочь, как бы присоединяйтесь, мы будем только рады. Спасибо за внимание. Вопросы? Скажите, пожалуйста, вы предполагаете, значит, в какой-то период разработки операционной системы реального времени проверку динамических характеристик этой системы? Ну, да, конечно же. А что делать с инструментами? Они у вас навечно встроены будут в код? Или есть средства отключения? Вы что, вообще инструменты вот такого класса? Нет, я-то ничего, я про вас спрашиваю. Нет, просто я когда сказал про Ring 63 и сертифицируемую бортовую операционную систему реального времени, я действительно, извиняюсь, не пояснил, но внедрение инструментов такого класса в боевой код в принципе строжайше запрещено. Ну, тогда у меня вопрос, а как будут удаляться инструменты в тот период, когда вы передаете систему в боевую эксплуатацию? Вопрос, возможно, непонятен, но инструменты, которые сегодня встроены, они будут удаляться при передаче в постоянную эксплуатацию? Он не встроен, он используется, грубо говоря, компилятор генерирует соответствующие инструкции в некотором режиме сборки операционной системы. И соответственно, они вдвое увеличивают время выполнения. Да. И, соответственно, этот как бы режим, ну, не используется только при явном указании, то, что мы хотим проинструментировать операционную систему. То есть для систему, того, чтобы исключить инструмент, достаточно его перекомпилировать? Его достаточно не включать. Нет, перекомпилировать достаточно. Да, конечно. Ну, понятно. Его достаточно не включать. А вот в тот период, когда произойдет перекомпиляция и работает ОСРВ, у вас может проявляться остаточные ошибки? Могут. Как вы их с ними будете, ну, как минимум, как вы будете их идентифицировать, об этом думали, ну, не думали? Здесь на самом деле есть стандарт DO178C, который в многих страницах расписывает средства по идентификации, собственно, исправлению ошибок, там полный цикл безопасной разработки, который объясняет, как и должно, собственно, разрабатываться ПО такого класса с особыми требованиями к безопасности. Я не думаю, что мой пересказ за буквально несколько секунд сможет пролить на это достаточно. Еще вопрос. Спасибо за доклад. Первое. Если я правильно понимаю, наверное, shadow memory у вас заполняется нулями, то есть все можно по умолчанию, правильно? Нет, неправильно. По умолчанию все заполняется, что нельзя, и на стадии инициализации инструмента мы, наоборот, разрешаем те зоны. Это именно вот тот момент, что в случае работы как бы с Ionic, когда мы полностью контролируем то, что мы запускаем, то мы запрещаем по умолчанию все, а потом уже разрешаем выборочно, что, собственно, бывает корректно. Здорово. То есть на этапе инициализации санитайзера в ядре вы размечаете, например, что
там, эти регистры, ну, это MMIO для доступа к устройствам, его можно всегда, скажем так, да? Ну да, то есть в случае с девайсами там как бы вариантов, потому что мы их просто добавляем в исключение. То есть за счет девайсов мы думаем, какие, собственно, ухищрения могут быть приняты, там как бы мысли по этому поводу есть, но пока, возможно, не очень готовы. В случае с ядром, там, в принципе, сделано как? Существует несколько этапов инициализации, то есть на первой стадии мы даем, грубо говоря, запуститься инструменту, а потом уже после полноценной инициализации ММУ обеспечиваем как бы полную раскладку памяти и, соответственно, запущаем. Еще вопрос по докладу. Там был слайд, на котором вы говорили, что нужно раздельно собирать вот эти вот функции липсишные типа. Да. И все остальное можно пояснить, пожалуйста? Проблема в том, что в случае с некоторыми инструментами добавление в blacklist, оно как бы помогает и полностью удаляет проверки инструментирования. В случае с другими, то есть, например, этим славится Memory Sanitizer, он все равно эти проверки добавляет, но при этом не генерирует ошибку при вызове исключения. В результате, если код рантайма, вызывающий, собственно, код рантайма санитайзера при инициализации вызывает какую-то из этих функций, просто возникает банальная рекурсия, и мы ничего с этим сделать не можем. Также это касается функций, которые обращаются к памяти, которая не отображается на shadow-память. То есть он все равно будет делать обращение к shadow-памяти, невзирая на blacklist, и, соответственно, упадет, если у нас shadow-память на эти функции не предназначена. Понятно. И еще один вопрос. Так. Вы говорите, что вы аннотируете ассемблер. Иными словами, можно немножко поподробнее? Ну, ассемблерные функции имеют, соответственно, сишные интерфейсы, и, соответственно, мы аннотируем эти сишные интерфейсы. Вообще, я думаю, что уже время для следующего докладчика, и мы можем как бы продолжить в кулуарах. Спасибо большое. Отличная идея, да. Спасибо. Дайте поплотнее докладчика, очень интересно. Спасибо.